городе Иванове состоялась первая сессия областного сельского совета депутатов трудящихся. Перед открытием сессии по поручению Президиума Верховного Совета СССР председатель облсполкома Павел Николаевич Корчагин вручил высокую правительственную награду орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот» Елизавете Ивановне Штыковой, мастеру романовского овцеводства. Горячо поблагодарила Елизавета Ивановна партию правительства за большую заботу о простых тружениках села.